Вместо катка – арена спортивного зала. Вместо лезвий на коньках – колесики. В Люберецком «Триумфе» прошли соревнования Подмосковья по роллер-спорту. Аня Семисинова первый раз надела коньки в 4 года. Правда, сначала это была обувь для занятий на льду. С фигурным катанием на роликах она познакомилась позже. 3 года я занималась именно фигурным катанием, а потом мы узнали о Елене Петровне Снитковой, это мой тренер. Я попробовала, и мне очень понравилось, и я перешла в фигурное катание на роликовых коньках. Я выступала на чемпионате мира, на всемирных роллер-играх, на чемпионате Европы, еще на чемпионате мира. На московских областных соревнованиях по роллер-спорту собрались 65 участников. Спортсмены в возрасте от 4 до 16 лет состязались в фигурном катании и фристайл-слаломе. Люберецкий округ представили 15 фигуристов. Наши спортсменки очень стараются. Вообще люберцы зарекомендовали себя как одна из таких самых массовых школ вообще в России по фигурному катанию на роликах. Впереди у спортсменов первенство Московской области, которое состоится весной следующего года. Победители этих соревнований будут представлять Подмосковье на чемпионате России. Александр Колганов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.